Имя Николая Константиновича Рериха широко известно не только в России, но и за рубежом. Художник, философ, путешественник, общественный деятель. Он автор более 7000 картин, многие из которых экспонируются в крупнейших мировых галереях. Уникальный творческий метод и художественный стиль Рериха делают его произведения поистине уникальными и узнаваемыми с первого взгляда. Он очень рано нашел свой такой стиль, какой-то единый, и уже поэтому мы его и узнаем. Вот понимаете, вот не всем же художникам посчастливилось выработать свой специфический, персональный, узнаваемый живописный почерк. Это ему удалось, вот Рериха все знают. Познакомиться с произведениями великого художника смогут и волгоградцы. В город на Волге привезли более 40 полотен. Среди них полотно «Помни», написанное в 1947 году, в год смерти художника, и много других известных картин. Это такой мировой, такой высота, мировая, понимаете? И художник, он уже такой вот не просто местечковый, как наш, там, допустим, который мы обожаем, Рокотова, Левицкого, художников 1-3 19 века. Но такое было везде. А вот Рерих, иконы и авангард, в общем-то, это то, что мы, в общем-то, вносим в мировую культуру. Выставка пробудет в Волгограде до середины июня. Насладиться великолепными пейзажами смогут все желающие. Ксения Колоскова, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1».